Друзья, сегодня библиотеки страны проводят Библионочь-2020. Память нашей победы. Традиционная всероссийская акция впервые состоится в онлайн-формате и будет посвящена победе в Великой Отечественной войне. Алексинские библиотеки присоединяются к всероссийской акции и приглашают к участию всех желающих. Онлайн-библионочь-2020 стартует в 17:00 в группе «Алексинские библиотеки Львовка». Не пропустите, участвуйте в наших мастер-классах, смотрите видеообзоры, рекомендации книг, воспоминания детей войны. Мы собрали для вас произведения поэтов, писателей, современников Великой Отечественной войны и тех, кого так или иначе коснулось это событие. Это пронзительные, живые и искренние строки о человеческих судьбах и переживаниях, потерях и памяти. Оставайтесь дома, читайте книги, присоединяйтесь к Библионочи онлайн, подписывайтесь и приглашайте друзей в нашу группу. Алексинские библиотеки Львовка.